Вообще, когда я ныряю под воду в этих очках, я испытываю какие-то невероятные ощущения. Видишь этот подводный виртуальный мир? Да, он виртуальный, но тебе хочется все разглядеть, везде доплыть, и может быть получается не с первого раза, но когда у тебя есть цель, ты такой: почему не получается? Давай поплывем еще сильнее. А допустим, когда я плавала просто в бассейне в обычном, ну так проплывешь пару раз и становится уже скучно, и тебе хочется выйти, вроде как уже и устал и все. А здесь, мне кажется, я бы могла довольно долго плавать.